Одна из тем сегодня тоже будет затронута. Да у каждого из нас есть какая-то малая родина. Хотя я знаю, что очень многие, кто сидит сейчас в этом зале, дети офицеров. А мы, дети офицеры, в общем-то, можно сказать, без малой родины. Иногда родились проездом, жили в каких-нибудь гарнизонах, переезжали туда-сюда. Но все-таки где-то что-то у кого-то есть. Вот у меня такой Шуя Ивановской области, где отец заканчивал службу, где сейчас похоронен у меня. Родители. Ну вот, и где я сам школу заканчивал. Ну, городок такой обычный, хотя очень военный. Но там сейчас построили, это для песни надо знать, западные сволочи построили фирму «Эггер». Такая враг экологии на основе формальдегидных смол что-то делает, в общем, город отравляет. В песне это упоминается, фирма «Эггер». Остальное будет понятно. Ну, там еще упоминается река Теза, это та река, на которой стоит город Шуя. А мне уже немало лет, хоть и судьба порой голубит, но Шуйский университет меня уже все реже любит. Тогда какого же рожна я тороплюсь вернуться в Шую, там без меня цветет весна. Весна над городом бушует, там без меня цветет весна. Весна над Тезою бушует. Подруг все меньше и друзей, которых в песнях я восславил, и краеведческий музей меня в запасники отправил. И на катке, что у моста, катаюсь я один, как бука. Зачем хожу я в те места, где поломал судьбу и руку? Всему свой срок, своя статья. Гуляет с Эггером в предместье моя гражданская семья. Газета «Шуйские известия». Прости, прощай, моя семья. Газета «Шуйские известия». Тогда какого же рожна я тороплюсь вернуться в Шую, там без меня цветет весна. Весна над Эггером бушует, там без меня цветет весна. Весна над Тезою бушует.